блядь, пропал. Он гордый, понимаете, он гордый. Он гордый, что он выиграл. Hail to the king, baby. Дебил ебаный. Я просто не представляю, как он меня задамажил, хуйсос. Зато пацаны в Джон Виках гоняют. Люди, которые... Ну, он, понимаете, человек изначально не хочет выиграть. Ему поебать. То есть он убил сам себя. Он понимал, что он сейчас сдохнет. Я в жизни так не сделаю. Потому что это не имеет смысла. Нахуй мне убивать этого чела, если я сдохну. Ёбан, блин. Просто невозможно, нахуй. Gonna slash on them bitches. Где, блядь, люди? А вон. Ой, ебать. Это просто пиздец. Какой-то хуесос в меня попал, блядь. Вот я об этом и говорю, типа, люди... Я не знаю, где они здесь сидят. На Европе абсолютно все бегают, то есть они бегают именно в начале. А может, вы хотите еще... Здесь же они высираются, хуй пойми откуда. Вот откуда, допустим, этот дебил прибежал? Там дома не лутались, да, ну точнее, там уже были залутанные дома. Откуда нахуй он пришел? Окей, я его просадил. Откуда пришел еще один долбоеб, который хуйнул мне со снайперки? А может, вы хотите еще улыбку, а, мать вашу? Блять, улыбнуться вам, а? Играбельный спингом 140. Сегодня пробовал спингом 200 на Америке. Андрей.
Блять, я охуею. Чувак только что шотнул меня из дабл-помпы. Что? Мы опять вернули дабл-помпу? А может вы хотите еще бесплатную улыбку? Саня, привет. Удачного стрима. Ты сменил регион подбора игроков назад на Европу. У меня гуд на ней. А то почему у тебя пинг 150? По-моему, не играбельно. Я просто я не представляю, как это возможно. Я просто не представляю, как это возможно, чтобы взорвалось одновременно две гранаты над башкой. То есть они взорвались одновременно. Как? А хуй его знает как. Просто невозможно, нахуй. Просто анрил, нахуй. Они как будто сидят и ждут, пока я приду. Они как будто сидят и ждут, пока я приду, блядь. Никто, понимаете, никто не файтился, пока я не прибежал. А, я сейчас нахуй советчиков еще банить начну. Чё, блядь? Чё это за говно, блядь, сейчас было? Аутизм ебаный. Я дропнулся, чел умудрился мне, блядь, заебенить. Шо, подстригся, да? Я хочу танцевать, как пылинка в лучах палящего солнца. Танцевать, пока к вам не прислали гонца, который скажет пора.